Для торжественной церемонии вбрасывания на лед приглашается капитан команды «Адмирал 2007». Будет очень неприятно команде, если она его не реализует. И наоборот, воодушевлению соперника. За воротами шайба. Подбросок и гол! 1-0. Оскарс Бартулис. Продолжить игру атакующую. Но «Адмирал» очень здорово вышел из-под прессинга и тут же создал момент. Гол! По-бобровски забивает. Очень красиво Дмитрий Лугин. Разочарован Скобелка. Как можно было? Да, это Макаров. Макаров забивает в стиле Боброва. Так это называется. Объезжая в ворот. Хороший разворот. Ридерваль. Он в зоне. Передача. И 2-1. Отличный проход Калле Ридерваля. И вот вам Буфсет. Очень здорово удержался на ногах, на колени, проехав несколько сантиметров. Калле Ридерваль после этого сделал прекрасную паузу. Убираешь. Хорошая скорость. Макаров. Гол! Константин Макаров. 3-1. Вот это проход. Блестяще сыграл. Вот так вот пятится защитник Мишарин. И бросок по воротам. Браво, Макаров. Просто великолепен сегодня. Согласитесь. Нет, бросок был коварным. И по высоте ответ. И тут же гол Сибири. Вот эта игра пошла. Красиво забивает Степан Санников. И уже тяжелее эмоционально было бы. Красивую комбинацию здесь провели. Пас Шумакова на выход и передача Фефилова перед этим. Алимов, кстати, два матча провел в запасе. Бобков играл. Перед этим много пропускал. И набрасывание. Смешанное звено. Шесть человек, понятно, здесь разные люди. Основные защитники, конечно, у Сибири. Мессараш Сибири на последних секундах. Снова Винцор пытался выиграть брасывание. Клюшки-то здорово махнул, но... Гол! Шайбу не удержали в чужой зоне. Гости и Егор Дугин, выехав за синюю линию, с неудобной руки бросает по пустым воротам. И на этот раз точно возвращается Салак. 4-2. Полминуты — это уже поражение для Сибири. Третье поражение к ряду. Но «Адмирал» начал выигрывать регулярно. Да, красивый бросок, очень точный. Егор Дугин, 4-2. Хет-трика Константина Макарова. После перерыва Константин Макаров. 2-0. Артем Ворошило шайбу отыгрывает. Макаров делает дубль. И 3-1 в начале третьего периода. Тут же пропускает «Адмирал» гол на счету Санникова. Но за минуту до финального свистка в пустые ворота Егор Дугин забивает четвертую. И «Адмирал» одерживает победу. Вот так вот на встречных курсах команды. Третье поражение подряд Сибири. Отличный ход «Адмирала». Ну и вообще